Всем огромный привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу вам рассказать про сайт, который называется «Все на местах». Уже не первый раз я заказываю что-либо с этого сайта, и сегодня тоже хочу сделать для вас отзыв того, что я там заказала. Это очень классный сайт, который помогает нам организовать наше хранение вещей. На сайте «Все на местах» продается очень много различных штучек-дрючек, которые именно помогают нам в хранении наших вещей, помогают как-то это все систематизировать, чтобы это все аккуратненько и удобно хранилось. В общем, заглядывайте, ссылочка будет внизу, смотрите. Также очень классно, там можно сделать кому-то подарок, потому что такие полезные вещи. То есть это будет подарок не только оригинальный и прикольный, но в то же время и полезный, 100%, которым человек будет пользоваться и потом вас вспоминать с благодарностью, что вы подарили ему такой классный, удобный подарок, который он будет использовать в своем каждодневном применении. Итак, давайте, наверное, начнем. Я вам сейчас быстренько покажу. Кстати, хочу сразу сказать, что на сайте очень много различных таких вот кофр. Это такие средства, ну, это такие штуки для хранения вещей. То есть там есть и для нижнего белья и носков, и для галстуков, и для обуви, и для постельного белья, то есть и для переноски, не знаю, там вещей, каких-то концертных, может быть, платьев и так далее. В общем, заглядывайте, как я уже сказала, ссылка внизу, смотрите, выбирайте. Там действительно огромный ассортимент и выбор на любой вкус. Ну, давайте, наверное, начнем. Начну я с такого прикольной такой штучки. Это, в общем-то, ланчбокс. Вот так он выглядит. Это такая штуковина, в которой вы можете носить свой ланч. Очень удобно это на самом деле для студентов, для школьников, да и вообще для всех людей, не знаю, для тех, кто работает в офисе, ну, например, не хочет и уходить из офиса куда-то там на обед в какой-то кафе или столовую. Можно брать еду с собой. В такой симпатичной сумочке ее можно поместить в вашу дамскую сумочку, ваш мужской портфель и так далее. Этот бокс, он на такой кнопке, очень легко расстегивается, и вот так вот все открывается, и туда вы можете поместить ваши продукты, не знаю, там бутерброд, вообще все что угодно. То есть даже можно туда прям все это класть без пакетов. Он такой резиновый и очень потом легко моется, то есть с этим не возникнет никаких проблем. Потом просто его помоете, высушите, он очень быстро сохнет, и он как новый, можно его дальше применять, дальше использовать. Мне это средство, эта штучка мне нужна была, я буду носить туда, возможно, какие-то бутерброды на работу, может быть, каши и так далее. Поэтому мне это средство было нужно. Далее, что хочу вам показать, это вот такой вот небольшой органайзер. Я там нашла для косметики. Он, в принципе, обычный, вот такой вот пластиковый. Он в пленочке, я еще пленочку не убирала. Ну, вот здесь есть отделение для помад. Также вот так можно тут пудры поставить. Ну, в общем, найду ему применение. Положу сюда часть своей косметики. Думаю, то, что для девочек это будет очень удобно. Также там есть и другие. То есть я взяла такой просто маленький, просто попробовать посмотреть, как это будет выглядеть. А если вам действительно это нужно, то там есть более удобные, более большие варианты, поэтому смотрите на сайте, думаю, то, что вы обязательно найдете то, что нужно именно вам. Следующее, что хочу вам показать, это как раз-таки вот такой вот кофр. Я заказала такой яркий, летний, для хранения одежды. У меня уже есть такой для хранения, по-моему, галстуков и поясков, также для хранения нижнего белья. Две штуки у меня есть, тоже заказывала с этого же сайта. И решила заказать вот такой. А, еще для обуви у меня есть. В общем, решила заказать вот такой. Он очень легко, кстати, складывается в такой чехол. То есть можно его перевозить с собой. Легко раскладывается. Вот так вот это все выглядит. То есть вы вот так его раскладываете, и получается у вас как такая, даже можно сказать, маленькая типа тумбочка. И сюда можно складывать ваши вещи. Например, когда прошел, например, зимний сезон, допустим, вы можете сюда сложить все ваши свитера, все ваши теплые кофты, которые вам будут мешаться, например, летом. Вы можете все это сюда положить на зиму. Также здесь вот такая крышка на молнии, все это закрывается, и удобно все лето будет хранять. Будет храниться ваши теплые вещи, например. Или же также зимой можно сюда сложить какие-то летние вещи, чтобы не занимать место в шкафу, куда-нибудь там засунуть ее, и все это будет очень.
очень удобно хранится, и потом, когда нужно, вы это просто достаете и вытаскиваете оттуда ваши вещи. Поэтому действительно классная штука, очень полезная, также на подарок тоже. Человек действительно будет очень, я думаю, рад такому подарку. И последнее, что, я думаю, должно понравиться многим девушкам, очень удобный органайзер для сумки. Он также идет в таком чехле, то есть тоже его можно перевозить. Органайзер для сумки София, он называется. Кстати, этот органайзер можно использовать не только по прямому назначению, но, например, и как косметичку. Вообще, конечно же, этот органайзер, он предназначен именно для сумки. Он, в принципе, и как бы сделан в виде такой сумочки, как видите. То есть, он для чего он нужен? Например, если у вас много сумок, ну, вот такого примерно размера, вы постоянно там их меняете, в зависимости от вашего стиля, от одежды, то есть, подбираете по цвету и так далее. И чтобы каждый раз не вытаскивать все из одной сумки, не перекладывать в другую, вы можете все свои вещи сложить вот такой вот удобный органайзер и просто этот органайзер из одной сумки перекладывать в другую. Это безумно удобно, а к тому же он очень хорошего качества, такой, даже его не стыдно достать из сумочки, потому что он действительно хорошего качества, внутри такая симпатичная подкладка, то есть сюда можно все положить. Также здесь есть отделение на замочках, в которые тоже можно все сложить, очень удобно. Вот так они открываются, тоже там внутри подкладка. Также здесь на замочках отделение без замочков и вот такие отделения с сеточкой. Очень удобный, но, например, его также можно использовать и как косметичку при переездах. Например, у вас какая-то поездка. Сюда можно сложить вашу косметику и использовать его как косметичку. Действительно классная штука, будет очень здоровским подарком, я думаю, на 8 марта. Думаю, то, что действительно многим девушкам, женщинам это, ну, понравится, и они будут очень довольны и будут пользоваться. Мне тоже понравилось, обязательно буду пользоваться, но, скорее всего, я буду использовать его, наверное, все-таки как косметичку, потому что я предпочитаю все-таки более маленькие сумочки, но, возможно, также буду использовать и по прямому назначению. Короче, как я и сказала, уже повторяюсь, очень многофункциональная вещь, которую можно использовать на ваше усмотрение. Поэтому сайт замечательный, очень полезный, очень много там всяких штук для дома, не только для организации косметики, в общем, смотрите, выбирайте. Надеюсь, вам понравится. Ну вот и все. Вот такое было у меня видео. Большое спасибо, что вы его посмотрели. Всем всего хорошего и всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.